بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله يا الله سبحان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنته الدائمة على أعدائه مجمعين الى قيام يوم الدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته братья и сёстры, мы продолжаем наши уроки посвящённые вопросам исламских убеждений, вопросам исламской идеологии. На предыдущих уроках мы постарались подробно разъяснить вам вопросы свободы выбора человека. И в связи с этим мы коснулись ряда важных вопросов. В частности, на предыдущих уроках мы говорили о доказательствах отсутствия у человека свободы выбора, свободы воли. И также мы коснулись вопросов о том, почему эти доводы, почему эти доказательства являются недостаточными, неполными. То есть мы разбирали точку зрения тех, кто, тех мусульманских течений, которые утверждают, что человек не обладает свободой выбора, что он вынужден в своих действиях. Итак, но наряду с этим имеется и альтернативный взгляд на отсутствие у человека свободы выбора. Альтернативный взгляд на предопределение. Он немножко, этот взгляд немножко отличается от э, того взгляда, который мы разбирали ранее. Этот взгляд можно назвать материалистическим взглядом на предопределение или даже общественным взглядом на предопределение. В чем заключается этот взгляд на предопределение и отсутствие у человека свободы выбора? Согласно этой точки зрения, человек вынужден быть тем, кем он является. Почему? Потому что то, кем он является, является результатом и следствием той среды, в которой он растет. То есть семья, школа, улица, друзья, окружение, то общество, в конце концов, в котором он живет, та страна, в которой он живет. И люди в этой стране являются той самой причиной, которой, в которой формируют его. И он вынужден быть тем, кем является. У него нет альтернативного выбора, он не может быть кем-то другим. То есть этот взгляд утверждает, что окружение и те условия, в которых живет человек, в которых находится человек, это, э, эти условия чем-то каким-то определенным фактором не ограничиваются, все абсолютно, начиная от климатических условий и заканчивая общественными устоями, общественными принципами, общественными ценностями. И вообще обществом как таковым, в котором живет этот человек. Все это, все эти вещи являются фактором, который приводит человека к определенному результату, к определенному состоянию, если хотите. И у человека в данной ситуации нет никакого выбора. Он не может быть кем-то другим. Он вынужден быть тем, кем он является. Таким образом, эта точка зрения утверждает, что человек лишен свободы выбора и вынужден быть тем, кого от него требует общество, кого от него требует среда, в которой он находится, кого от него требует, в конце концов, клима климат, в котором он живет. Но если мы будем внимательны, то мы, мы заметим, что да, климат, общество, окружение, семья, друзья, все это играет колоссальную роль в воспитании человека. Колоссальную роль в, то в том, кем человек становится. То есть все это является важным фактором в формировании человеческой личности. И ислам, исламское учение очень пристальное внимание обращает всем этим вопросам. Очень пристальное внимание обращает семье. Как себя нужно вести внутри семьи, как отец должен вести себя, как мать должна вести себя. И даже более того, ислам призывает формировать семью, изначально думать о семейном, семейной атмосфере. То есть, выбирая жену или же мужа, нужно учитывать все это. Нужно учитывать то, что это очень важный выбор, который решит очень многое в будущем в том числе и в воспитании будущего ребенка. И более того, ислам призывает пристально смотреть на тех, с кем мы дружим, тщательно выбирать себе друзей, не дружить с каждым человеком, не дружить с кем попало и так далее. То есть таких положений в, в исламе... Таких рекомендаций в исламе огромное множество, можно очень долго говорить об этом. И в связи с этим совершенно ясно, что с точки зрения ислама все это очень сильно влияет на человека. Окружение, друзья, семья, школа, климат, в котором человек живет, все это очень сильно влияет на воспитание, на формирование человека. Но можем ли мы, несмотря на все это влияние, Возможно, даже на очень сильное влияние всего этого на формирование человека, можем ли мы при этом утверждать о том, что человек лишен свободы выбора? Что у человека нет, нет никакого выбора? Конечно же, нет. Этого из этой точки зрения, из этих обстоятельств не исходит. То есть все это не означает, что человек лишен свободы выбора, свободы воли, что он не может выбрать что-то альтернативное. Например, если общество навязывает человеку многобожие, то это не значит, что человек вынужден быть многобожником. Обратите внимание, аяты священного Корана порицают многобожников за их многобожие. Почему? Если они выросли среди многобожников, если они выросли в обществе, родились и выросли, и формировались в обществе, которое исповедует многобожие, которые исповедуют поклонение идолам и стуканам, то почему же Всевышний в священном Коране порицает этих людей? Раз это означает отсутствие у человека свободы выбора, если это означает, что у человека не было альтернативного пути, что он не мог пойти по другому пути, то почему же священный Коран порицает его за это? Ответ совершенно очевиден. Дело в том, что это является реша важным фактором, но не решающим фактором. Потому что человек в конце концов сам выбирает тот путь, по которому он идет. И эти аяты священного Корана, в которых порицаются многобожники за их многобожие, ясно и недвусмысленно свидетельствуют о том, что общество не лишает, и общественная среда не лишает человека свободы выбора. И ярким примером, ярким примером, доказывающим это является пример его светлости пророка Мухаммада, саллаху алейхи, ва алейхи ва салям, который, несмотря на то, что родился в этом обществе, несмотря на то, что вырос в этом обществе и достиг 40-летнего возраста, когда Бог возложил на него пророческую миссию, и этот человек, Его светлость Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, несмотря на все это, никогда не был многобожником. И он всю жизнь всегда был единобожником, монотеистом, точно так же, как его светлость Ибрахим, алейхиссалату, который жил и вырос в подобных условиях, но несмотря на это, всегда был единобожником. И даже более того, Обратите внимание, мы из преданий, из истории обнаруживаем, что не только его святый пророк Мухаммад алейхи алейхи был единобожником, будучи э, формирующимся в этом обществе, но даже более того, его отец и дед были монотеистами, что даже Абдальмул-Талиб, Дед пророк Мухаммада, алейхи алейхи несмотря на то, что жил, и даже более того, руководил, был руководителем этого общества, мекканского общества, был лидером Мекки. И его лидерство ярко проявляется, когда эфиопск, эфиопская армия напала на Мекку и на переговоры, как лидер этой, этого города, этого общества отправляется именно Абдальмутталиб. Но этот Абдальмутталиб в этих же ситуации, в этой же ситуации с эфиопской слоновой армией демонстрирует свое единобожие. Когда Абраха говорит, почему же ты просишь у нас свое имущество, но не просишь не нападать на дом который у вас имеется в городе, то есть на дом Бога, на Каабу, то его светлость Абдальмутталиби говорит, что я отвечаю за свое имущество, а за имущество Бога, за то, что принадлежит Богу, то есть за дом Бога в ответе и ответственен, и сохранит этот дом сам Бог. Все это и множество других преданий, множество других доказательств и доводов подтверждают и доказывают нам, что даже Абдаль Мутталиб, был монотеистом, единобожником. Так как же так получилось, что Абдаль был единобожником, в то время как он вырос в среде и в обществе многобожников, идолопоклонников, людей, которые поклонялись истуканам. Все это и множество других, огромное множество других примеров подтверждает нам, что все-таки среда не является решающим фактором. Человек всегда имеет свободу выбора, свободу воли, имеет альтернативный выбор. Таким образом и данная точка зрения, утверждающая об отсутствии у человека свободы выбора и свободы воли, является недостаточно убедительной. Итак, на этом мы закончим с этой точки зрения, с точки зрения о том, что человек лишен свободы выбора, и перейдем к другой крайности, ко второй крайности, потому что мы изначально, разбирая данный вопрос, вопрос о свободе, в выборе человека, мы говорили о том, что имеются две крайности. Одна крайность утверждает, что человек лишен свободы выбора, и все, что он совершает, он совершает, будучи вынужденным совершить это что у него нет никакого выбора в том, что совершить, а чего не совершать. Это одна крайность, которую мы разобрали, и также разобрали мы доводы и доказательства этой точки зрения. И вторая точка зрения, которая является второй крайностью, утверждает, что человек абсолютно свободен в своем выборе. Они через свои доводы и доказательства пытаются утвердить идею о том, что Бог бессилен перед деяниями человека, что Бог не может совершать деяния человека, например, заставить его что-либо совершить. Бог не может воспрепятствовать его деяниям. Если мы обратимся к доводам и доказательствам этой точки зрения, мы также обнаружим, что эти доводы и доказательства Недостаточно убедительны и, слаб, и довольно-таки слабы. Например, одним из доказательств этой группы и этой точки зрения является то, что Бог справедлив, а заставить человека совершить тот или иной поступок, а потом наказывать его за это или же награждать его за это в зависимости от того, что это был за поступок Богоугодный или же было злодеянием, преступлением. Они говорят, что справедливость Бога не позволяет этого делать. То есть справедливость Бога не позволяет вынуждать человека, а потом награждать или же наказывать его за это деяние. Например, Бог не наказывает человека, не может по своей справедливости наказать человека за то, что человек совершил, например, воровство. Но совершил это вынужденно. То есть у него не было выбора. Бог заставил его совершить это деяние. Но мы все прекрасно знаем, что человек за свое воровство будет наказан, а за благодеяние получит награду. Но Бог справедлив, утверждают они. Если бы все было так, то Бог никогда бы не наказывал, если бы Бог заставлял человека если бы Бог вынуждал бы человека совершать деяния, то никогда бы не наказывал за это и никогда не награждал бы за это. В особенности не, не наказывал бы. Это намного убедительнее, намного ярче, чем награждение. И на этом строится их доказательство. Таким образом, они утверждают, что Бог бессилен, так как он справедлив, и справедливость его не позволяет вмешиваться в деяния людей. Таким образом, человек абсолютно свободен, и Бог бессилен перед деяниями людей, и что человек может совершать совершенно что угодно, и Бог не может вмешаться в его деяния, в его дела. Бог не может остановить его, Бог не может вынудить его совершить что-либо или же остановить от совершения какого-либо деяния но так как наше время подошло к концу ответ на данное утверждение на данное доказательство мы разберем с позволения бога на следующем уроке Вассаламу алейкум рахматуллахи в محمد وال محمد